Во время школьных летних каникул по всей Республике Башкортостана обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом носит напряженный характер. Причинами несчастных случаев на дорогах с участием детей и подростков в этот период является их незанятость и бесконтрольность со стороны взрослых. Также это происходит из-за отсутствия у юных пешеходов знаний и навыков безопасного поведения на проезжей части, а также нарушения взрослыми правил перевозки детей без специальных удерживающих устройств. Чаще всего дети получают травмы при катании на электросамокатах, велосипедах и скутерах. 12 августа 2022 года на улице Карла Маркса несовершеннолетний участник дорожного движения 2012 года рождения, житель города Нефтекамска, управляя квадроциклом, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение на припаркованную автомашину. В результате данного дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения. Причиной данной аварии, безусловно, является несоблюдение правил со стороны самого участника движения, но и бездействие со стороны его родителей. В первую очередь им необходимо было предпринять все возможные меры, чтобы уберечь ребенка от опасности на дороге. Стоит отметить, что 15 августа на территории Республики Башкортостан и Нефтекамска в частности стартовало профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Целью данного мероприятия, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В план данного мероприятия входит обследование школьных маршрутов на предмет обнаружения недостатков уличной дорожной сети, проверка транспортных средств для перевозки детей автобусами, и, соответственно, профилактика самих правонарушений путем выявления на улицах города, проведение профилактических бесед. Уже с начала учебного года в рамках акции «Внимание, дети!» во всех школах города сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться профилактические беседы.